Блин, вот-вот-вот, игра с ботами. Вот-вот, смотрите. Вау. Блин, пацаны, вот я бы эти перчатки купил бы, сколько они бы не стоили. Даже если бы мне пришлось бы продать Керамбит Голд. Трейды? Трейды? Клановые войны! Да, детка! О, как же это круто! MyStandOff.ru — это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. MyStandOff.ru. Здарова всем, ребята, меня зовут Кент АПК, и прямо сегодня покажу самое крутое и самое нереальное видео про обновление 0.13.0. Да, это концепт, но в то же время просто посмотрите на вот это, мы будем в шоке, я офигел, когда это увидел, как такое возможно, я вообще не понимаю. Короче, если вы ждете обновления 0.13.0, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, ну а мы начинаем. Ну что же, погнали смотреть, я буду справа, чтобы вам ничего не загораживать. Погнали, погнали смотреть, как же это красиво, да! Это главное меню, посмотрите, как все обновлено, как же все офигенно. Блин, пацаны, я хочу это обновление, пожалуйста. О, перчатки, да ну нахрен перчатки, вау. Блин, пацаны, вот я бы эти перчатки купил бы, сколько они бы не стоили. Даже если бы мне пришлось бы продать Керамбит Голд, я бы купил бы эти перчатки. Я просто не понимаю, как такое возможно, это концепт. Как? Как? Откуда? Чувак, у тебя просто золотые руки, я не знаю, как! Охренеть. Посмотрите на рынок, какой обновленный, крутой рынок. Вау. Вау, какой удобный фильтр, наконец-то. Блин, пацаны, я просто теку. Я хочу, пожалуйста, пусть это будет правдой. Я хочу проснуться, и чтобы завтра это оказалось обновлением. Так, ну что же, смотрим. Вводит человек АКР Некромансер. И сейчас, по идее, мы видим АКР Некромансер. И слушайте, офигеть. Ничего себе, АКР Некромансер стоил 5000. Так, Керамбит Редосити. Какие-то новые керамбиты. Блин. А, это типа, подождите, я понял, это типа можно создавать свои личные скины. Офигеть. О, игра с ботами? Видите, на дому. Вот. Блин, вот. Игра с ботами. Вот, смотрите. Вау. Вау, зона 9. Наша любимая зона 9. Да. Пацаны, хэштег зона 9. Просто, вот я не знаю, я теку по обновлению. Хочу обновление. Блин, пожалуйста, кто там смотрит меня? Выпускайте обновление побыстрее. Так, ну что ж, сейчас мы увидим игру с ботами. Блин, пацаны, игра с ботами. Да, мы готовы. А, все, видео закончилось. Блин, на самом интересном. Ну что, давайте посмотрим видео номер 2. Дамы и господа, но это не конец. Это только начало, потому что сейчас будет самое-самое интересное. Погнали смотреть видео номер 2. А вот тут уже реально идут крутые обновления. Made by Master, так. Ага, сразу видим обновленную загрузку. Обновленное меню, тут карта зона 9, тут все понятно. В принципе, ничего нового я не вижу. А вот это уже интересно. Посмотрите, что сверху надо мной. Это музыкальная коллекция. То есть вы можете сами выбирать музыку, которая будет играть у вас на фоне. А это было бы очень круто. Я бы включил бы Моргенштерн. Ра-та-та-та-та. Это Stand of 2. Ну вы поняли, вот эту песню. Так, ну чё, смотрим дальше. Клановые войны! Да, детка! О, как же это круто, блин. Братан, у тебя талант. Как же это офигенно, просто очуметь. Клановые войны, то есть вы выбираете клан, с которым можете побатлиться. Как я понимаю, выбираете составы, выбираете счет, до которого будете играть. И самое главное, выбираете награду. Да, награду, то есть, допустим, в этом случае награда — это один Origin Case и два Fable Box'а. Блин, это, конечно, очень прикольно и очень круто, и заслужит ваше внимание. Кто хотел бы, чтобы это было правдой, ставим лайки и подписываемся на канал Кент АПК. Ну а прямо сейчас, ребятки, мы видим, что... Что? Подождите. Что он только что на рынке купил себе музыкальный диск. И получается... А, я понял. Типа вы на рынке покупаете музыку, которая будет играть в главном меню. Блин, это гениально. Это просто гениально. Я даже ради этого клип записал. Пацаны, кто хочет клип от Кента? Хочу клип. Давайте, хэштег, как обычно. Так, ну что же мы увидим дальше? Блин, пацаны, это очень круто. А, так, сейчас он активирует музыку. Так, активируй. Блин, круто. Подождите, а что это такое? Пока я слушал музыку, я пропустил самое важное. Это трейды? Трейды? Блин, слушайте, я хочу эти трейды. Я мечтаю, я просто представляю, как бы это было бы офигенно.
Так, ну что ж, смотрим дальше. Ну а дальше? А дальше? Что произошло, пацаны? Я что-то ничего не понял. А, я понял, то есть через трейд ему передали наклейку стикер Фон Эдишн. Вау, а что это за наклейка такая? Посмотрите, какая красивая наклейка. Блин, я бы ее себе прицепил бы, не знаю, на Акер Трешер Хантера, например. Вау. Это очень круто и просто заслуживает ваше внимание. Ну просто за это надо поставить лайк. И большое спасибо Саше, это создатель всего этого, он просто красавчик. Ссылочки на его канал будут в описании. Так, ну че, пацаны, в принципе на этом все. И обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кент Аптека, всем удачи и всем пока.